шановні телеглядачі, в ефірі програма «Чай чи кава». І сьогодні до нас завітала людина, яка, мабуть, якнайбільше знає в цьому місті про чай чи каву. Тож зустрічаємо шановного гостя Юрія Гордієнка, який є власником компанії «Херсон Хорика Сервіс». Вітаю вас, Юрію. Здравствуйте. Пане Юрію, одразу до вас перше питання. Як зазвичай же починається ваш ранок? З якого напою і взагалі які у вас переваги в цьому? Ясное дело, так как я занимаюсь кофе и чаем, соответственно, мое утро начинается с чашечки ароматного шикарного эспрессо, который я варю сам лично дома на кухне. А взагалі, скажіть, будь ласка, пане Юрію, чи за ці 10 років змінилися якісь якось ваші смаки стосовно кави? Все зависит от непосредственно, да, содержимого пачки. То есть есть там робуста, есть арабика. Я предпочитаю легкие сорта кофе, то есть это преимущественно арабика 100%, там где меньше кофеина. То есть этот кофе тебя не будоражит, ты его спокойненько пьешь, вкусно и хорошо. А скажите такое питание, а взагалі, чи признаете вы все-таки додавание до кавы молока? Да, однозначно. Кофе с молоком это традиционно в Италии считается утренним напитком, то есть капучино. Непосредственно. Почему утренним? Потому что принято считать, что у взрослого человека после там, 21 года молоко хорошо усваивается в организме до 11 часов утра. Поэтому в Италии вот все непосредственно пьют капучино, стараются пить в утренние часы. Але існує взагалі багато людей, які все-таки притримуються тої точки зору, що молоко псує справжній смак кави. Чи погоджуєтеся? Ми немножко, наверное, говоримо просто о різних вещах. То есть кофе – це дуже цікавий, глибокий вопрос. Да? То есть, є такі види кофе, як моносорта. То есть, це непосредственно кофе, виросшее на одній плантації в одному определеному регіоні, що називається моносортом. То есть такой кофе, соответственно, можно испортить молоком. Почему? Потому что там очень тонкий вкус, аромат, как бы это все индивидуально. То есть зерно различается по своим вкусовым качествам даже от того, где оно произрастает. Поэтому такой кофе, соответственно, можно испортить молоком. А вот, допустим, профессионально подобранный эспрессо-купаж, в который входит уже там порядка 5, 8, 10 там, видов кофе, да, то есть... Будет с молочком довольно-таки вкусненько. А скажіть, будь ласка, в останні 10 років так, у нас існує така тенденція, що все більше і більше в нашому місті з'являється кав'ярень. От як ви, власне, вважаєте, з чим це пов'язано? В Україні чітко просматривається тенденція росту потреблення еспресо. І на самом деле это связано не с увеличением кав'ярен и так далее, а это связано на самом деле с увеличением потребления кофе людьми. Допустим, 5 лет назад при наличии, допустим, тех же самых, да, там, торговых точек, да, то есть там ресторанов, кафе, там, баров, даже там сигаретные ларьки там, и так далее. Да. То есть раньше, допустим, человек пил один эспрессо, а сегодня он пьет три. А як ви вважаєте, чи не навіяно цей тренд все-таки з-за кордону? Смотрите, однозначно, это навіяно з-за кордону. Почему? Потому как родина эспрессо – это Италия, вы знаете. Соответственно, потребление там, кофе в Италии, в Европе, ну, однозначно выше. Но опять же, это все делается не потому, что это фишка, да, какая-то, а потому что это вкусно и хорошо, и полезно. Все-таки ваша компания занимается саме постачанием кави до наших кав'ярень, кафе, барів, ресторанів. Але скажіть, взагалі, чи може український споживач довіряти тій каві, яку він купує просто у будь-якому кафе? Ми ж не знаємо, якої якості саме ця кава. Є така дуже хороша пословиця – довіряй, не провіряй. То есть предпочтительно пить кофе там, где оно вам нравится. То есть должно быть вкусно, хорошо, шикарное послевкусие. Вам, у вас должно сложиться, ну, как бы ощущение, да, того, что вам хочется вернуться назад в это кофе. Если такого ощущения не произошло, то, соответственно, возвращаться туда не стоит и доверять этим продуктам тоже. А взагалі для пересічного кавомана, так сказати, чи існує якийсь спосіб перевірити справжність? Адже зараз дуже часто існує ситуація, коли розчинна кава смакує як справжня мелина. Это все делается в открытом режиме, то есть вы, если хотите, пьете розчинну каву, получаете вследствие этого гастрит, и если хотите, пьете натуральную каву и улыбаетесь. Ви тривалий час провели так за кордоном в Європі. І скажіть, будь ласка, чи це вплинуло якось на ваш вибір вашого саме направлення саме вашого бізнесу в житу в Україні? Ну, однозначно, конечно. Когда я еще был в Англии, я обратил внимание на вот эту всю тенденцию. То есть в тот момент это было у нас 15 лет назад, там тоже шло активное развитие. Соответственно, у нас это все еще было на уровне, ну, так сказать, зародыша. То есть там я, да, обратил на это внимание, и, соответственно, это вплинуло. Отже, пане Юрію, скажіть, будь ласка, як взагалі виникла така ідея займатися саме цим направленням, так, кавовим бізнесом, і чи підтримували ваші друзі саме тут, в Україні?
Ну, непосредственно один мой товарищ подсказал мне это направление. То есть, по моему приезду в Украину, несмотря на то, что я обратил на это внимание как бы самостоятельно, в тот момент как раз начали у нас активно расставляться автоматы, вот, которые уже работали на непосредственно зерновой, на зерновом продукте, на зерновом кофе. И, ну, как-то с этого все началось. Вы людина досить активна. Скажите, взагалі, як вам вдається поєднувати все-таки, встигати, скажем так, и в бизнесе, и приділяти досить уваги своей родине, своей коханій дружині? Это все связано с четким планированием моих действий на протяжении недели, на протяжении выходного дня. Непосредственно все выходные я уділяю своей жене. А якщо ми все-таки повернемось до питання стосовно так вподобань наших херсонців, кавоманів, то скажіть, будь ласка, як ви бачите цю ситуацію? Яку найбільше все-таки каву у нас полюбляють замовляти в наші кафе, бари, ресторани? Тобто у вашої компанії які найбільш замовлення все-таки? Ми непосредственно работаємо з тими людьми, які цю чашку кофе можуть донести до кінечного потребителя, тобто гостя їхніх заведений. А тенденция, как бы, потребления, да, там вообще кофе, в основном пьют эспрессо, американо и капучино. То есть это три стандартных напитка. Наша компания закупает все эспрессо-смеси непосредственно в Италии. Хотя, как всем известно, в Италии кофе не растет. Но по ряду причин производителям непосредственно кофейной смеси является тот человек, который его обжарил. То есть не важно, что зерно выросло там в Эфиопии, там, или в Африке, или там еще где-то. Кто его обжарил, то есть тот и является производителем. На сегодняшний день у нас также активно развиваются местного уровня, да, там, обжарщики. То есть на сегодняшний день Украина насчитывает уже порядка 20 обжарщиков, в то время как в Италии на сегодняшний день их около 2000. А все ж таки, що більш вигідно? Замовляти вже каву, яка вже обсмажена, чи займатися саме цим обсмаженням? Обжарювати кофе – це определенна наука. Да? Тобто для цього повинні бути спеціально підготовлені люди, спеціально підготовлені приміщення і так далі і тому подобне. Це доволі таки складний процес. Я не буду зараз довго вам розказувати об этом, але це дійсно нелегко. Вас чітко в этом заверить. Чому? Тому як ви там передержите буквально минутку кофе, у вас згоріло, і ви, відповідно, викинули все свої, да, там, вложення, как бы, грубо говоря, в трубу. А відповідно, кава власного обсмаження і дорожче коштуватиме? Ні, смотрите, ми зараз якраз підійшли вплотную, в принципі, к этому вопросу. Да, на сьогоднішній день у нас є вже своя обжарка. Жарим вот зерно непосредственно у нас здесь, да, в Херсоне. И кофе этот непосредственно стоит дешевле за счет того, что его не везли из Италии, да, уже обжаренный, упакованный, а его привезли сюда в мешках больших 50-килограммовых, там 100-килограммовых. Непосредственно здесь уже на месте обжарили, зафасовали и предоставили непосредственно. А взагалі, скажите, пане Юрію, чи часто в наших кафе, кав'ярнях, барах так пересічного громадянина просто обдурюють, скажем так? Вы знаете, конечно, не хотелось бы об этом говорить, но даже я сталкивался с таким моментом. То есть самый стандартный вариант – это где стоит обычная эспрессо-машинка, да, пластиковая. Ставят две чашечки, нажимают один раз, нажимают американо, ставят две чашечки эспрессо. Наливают один американо, а вы получаете на выходе два эспрессо, соответственно, не такого качества, как вам надо. То есть, ну, мне лично так наливали на заправке, поэтому, к сожалению, да, это бывает. Наскільки нам відомо, також ваша компанія займається також постачанням для наших кафе, барів та ресторанів оснащенням безпосередньо технологічним і кавовим. Отже, як ви вважаєте, чи виникло вже бажання у керівників наших закладів харчування все-таки підвищити свій рівень і закупати, наприклад, все більш якісніше оснащення? Є на самом деле два види рестораторів. Перший – це ресторатори, а другий – це шаурматори. Шаурматоры покупают все дешевое на один год, которое ломается, которое некачество жарит, парит, варит, готовит, не вовремя выдает. А рестораторы покупают качественное оборудование, которое делает все четко по времени, там, с четкой температурой, там, и правильно все готовит. Непосредственно сейчас вышли даже такие парогравитационные печи, которые можно управлять ей с телефона. То есть в телефоне у вас там 1000 рецептов, вы там просто, да, там повар вам курицу в него положил, а вы тут на телефоне уже сделали то, что
ну, дали задання порекомендувати, що нас цей курица приготувати. Тобто це ще більше покращує так сам процес приготування? Да, однозначно. Якість його, швидкість? Да, улучшається контроль за приготовлением пищи і, відповідно, качество. А наразі, пане Юрію, ми будемо з вами прощатися і, можливо, кілька слів все-таки для наших телеглядачів ви б хотіли побажати. Телезрителям хотілося б пожелати побільше качественного кофе, длинного послевкусия і широких вимог. Дякую вам, пане Юрію, за таку цікаву зустріч і дякуємо вам, шановні телеглядачі, за увагу. До наступних зустрічей в ефірі.